Образ Христа есть на многих иконах, но главное считается Спас Нерукотворный. Эта святыня сейчас путешествует по городам России. В Сочи престольный праздник сегодня отмечает храм нерукотворного образа Христа Спасителя, который находится в Амеретинской низменности. На службу приехало все духовенство Сочи и сотни прихожан. Божественную литургию провел епископ сочинский Туапсинский Герман. Православные летом отмечают три Спаса. Первый – Медовый, отмечается 14 августа, 19 – Яблочный, сегодня третий Спас. И у него есть три названия – Нерукотворный, Ореховый и Хлебный. В это время завершается жатва и начинается сбор орехов. У верующих есть свои традиции в этот праздник. Большие праздники для нашей семьи – и Медовый, и Яблочный, и Ореховый Спас. Обязательно покупаем свежий мед, свежие яблоки, орехи, освящаем их в храме. Сегодня же, конечно, не могли пропустить. Обязательно пришли сюда всей семьей. Я готовлю этот блюд с лимонами и с орехами. Орехи можно класть любые. Я кладу фундук и другие можно орехи. Кто какие желает. Им очень вкусно получается. Здесь у нас угощение для прихожан. Делаем солянку, у меня это мясо, сюда будем добавлять орехи. Солянку, в которую добавлены орехи, приготовили на территории храма в больших котлах. По окончанию службы угоститься ею смогли все прихожане.